Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем всех зрителей ЦСКА ТВ здесь, на центральном матче тура. И снова ЦСКА «Зенит». Ну, матч, который не требует каких-то дополнительных объяснений, какой-то дополнительной рекламы. Пожалуй, это главная афиша отечественного баскетбола последних лет. Саймон, привет! Добрый вечер. Ну, сразу вопрос, который интересует абсолютно всех болельщиков, людей, которые переживают за ЦСКА, переживают за тебя. Расскажи, пожалуйста, когда ждать твоего возвращения на паркет? Впереди, если мы будем говорить на баскетбольный манер, то сейчас в моем восстановлении заканчивается где-то вторая четверть. И впереди как раз самое важное, третье, четвертое, это уже набор формы, возвращение кондиции. Но главное выждать именно сроки, пока ахилл полностью срастется. Ну, как говорится, что главное, чтобы не было никаких сюрпризов в клатче и обошлось без овертайма. Это точно. Частый спор, да, что лучше, забивать или защищаться, да? Ты, как я понимаю, адепт защитных действий. Но мне нравится это больше, меня воспитали так, мой первый тренер как бы вложил в меня это, то есть забивать. Никто не уйдет, представляете, 12 игроков уйдут с 20 очками. Ну, то есть, и не может быть такого, что все будут довольны. Каждый должен делать то, что он умеет лучше всего. То есть, какой-то определенный момент, когда ты открыт, у тебя идет бросок, партнеры тебя найдут. Но вот я, мне кажется, после того матча уже отмечал, что для меня было более важным, что я смог остановить соперника. Ну, давай расставим точки над «и». Ну, много источников говорят, что вот это лучший матч Саймона и вот все такое. Нет, ну, какой ты считаешь свой вообще лучший матч? Может быть, есть, который греет тебя в сердце? Я скажу, как классики, он еще впереди. Правильно. И не поспоришь с этим. Спасибо тебе большое, Семен, за то, ребят, что пришел, помог скоротать время до начала этого важного матча. Когда уходят футболисты, говорят, повесил бутсы на гвоздь. Когда уходят боксеры, говорят, повесил перчатки на гвоздь. А когда уходят на отдых гимнастки, что? Значит, жизнь началась. Жизнь началась? Да. Видите, как, друзья, во всем ищем положительное. Скажи, какой снаряд тебе нравится больше всего? Когда только начинала заниматься гимнастикой, мне очень нравились булавы. Это был мой любимый предмет. Когда я начала выступать с булавами, они у меня падали в разные стороны, я их разлюбила. И после этого стал, конечно же, мяч. У меня всегда очень... Мы находим мои образы красивые, лирические, нелирические. И прям вот мяч именно всегда, упражнение с мячом, попадаем вот под мое. И получается, что мяч. Поэтому нужно все предметы любить, уважать и относиться к ним с любовью. Да, я булавы, ленты, обруч, я вас уважаю, но люблю я мяч. Удивляло диапазоном музыки, под которой ты готовила номера. Вот смотри, там и под Вивальди номера были. И даже под Бруно Марса и Шакиру. Скажи, эти песни остаются у тебя в плейлисте? Либо ты такая, о, все, я больше не могу это слушать. Да. Хватит с меня, да? Да, так и есть. На самом деле, все упражнения, которые были у меня музыки, у меня нет ни одной музыки в моем плейлисте. Наверное, только Бруно Марс. Только Бруно Марс. Да, и то я его не слушаю. Видите, друзья, для обычных людей есть верный способ возненавидеть любую песню. Ее нужно поставить на будильник. Ее нужно поставить на будильник. А чтобы, если вы занимаетесь художественной гимнастикой, хотите не любить песню, то делать под нее номер. Ну смотри, вот мы сейчас, если вот туда посмотрим, прямо здесь будут болельщики ЦСКА собираться. Я уже вижу вон там. Да, они уже там вешают баннеры и прочее. Скажи, пожалуйста, как есть болельщики в художественной гимнастике? И фанаты, может быть, есть какие-то? И как они вообще поддерживают? Безусловно, есть. Просто они, наверное, не делятся так на команды, как это в игровых видах спорта. То есть прям фанатский комплекс, там фанатская трибуна. Такого, наверное, нету. Но приходят на соревнования детишки, особенно с плакатами, на международные соревнования с флагами, болеют, кричат. И это прям очень завораживает, и всегда прям аж мурашки. И хочется еще больше и больше дарить публике свои выступления и радовать их. А кричалки у них есть? Кричали? Есть, да. Даша, давай предметы не теряй. Спасибо огромное вам. Я очень рада была присутствовать с вами и вдохновиться и получить радостные эмоции. Леонид Исакович Ермольник к нам присоединился. Человек, который, ну, не требует дополнительных, конечно же, представлений. Но я скажу, Леонид Исакович, да? Ну, мне же написано. У вас написано? У меня, конечно, написано. Говорите. Но я еще много и сам знаю. Вот. А все, что вы перечисляли по поводу моих участий и заслуг, да. Когда вам будет 69, у вас тоже будет список длинный.
надеюсь. Скажите, ну, как зародилась вообще ваша любовь к баскетболу? Потому что, ну, понятно, мы привыкли на стране там любить хоккей, да, футбол. А вот баскетбол — это, ну, не самый тривиальный выбор. Я к нашей встрече готовился, я могу вам сказать, что две игры, у которых больше всего болельщиков, в нашей стране точно, это футбол и баскетбол. Разница только в одном, что в баскетбол мы играть умеем, а в футбол до сих пор не научились. Наконец-то у меня появляется семейная компания, с которой мне не скучно ходить на баскетбол, даже если игра не складывается. Я вам эту компанию сейчас покажу. Это младший внук. Вот, вот так. Столько раз, сколько бросает в кольцо, я кольцо поставил на даче, он попадает. Я прав, нет? Ну скажи. Да. Так. Ждем. Иди сюда. Тот был Паша, этот Петя. Вот. Он тоже умеет кидать. Ну, собственно говоря, я рад, потому что... Все, можете бежать это все, туда. Это все внуки, друзья. Пока у меня их двое. Если станет больше, я обещаю клубу ЦСКА всех сюда притащить. Все, будем всех ждать здесь в эфире. Да. Конечно, такие сюрпризы. Описываю матч ЦСКА «Зенит». Будет озвучен Леонидом Ямоликом, при этом голосом того самого Грю из «Гадкий я». 6 февраля. На улице -7. А под ногами серая слякоть серая. На небе примерно то же самое. Лучше время сходить на центральный матч тура ЦСКА «Зенит». Поднять себе настроение, конечно. Огорчить противников. Вперед, ЦСКА! А «Зениту» не надо вперед. Мы желаем ЦСКА только победы. Все у нас получится. Место у вас есть, нет? Не, у вас есть место? А? Я сделаю вам местечко. Все, договорились. Сейчас иду с Леонидом Исаковичем и его семьей смотреть баскетбол. И вы, друзья, давайте к экранам. Болеем за ЦСКА. Вперед, ЦСКА! Только победа!